Каждую неделю в Мурманск приезжают самые успешные разработчики мобильных приложений, креативщики и стартаперы. Пятый эксперт, который приехал преподать урок будущим бизнесменам в рамках программы «Ты предприниматель», рассказал о том, когда пора завязывать с проектом, а кому не стоит даже браться за открытие своего дела. Виктория Вирта, одна из ведущих бренд-менеджеров столицы, побывала в Мурманске. Если лошадь завоняла, то пора слезать с нее. По мнению Виктории Вирты, этот совет универсален для любого бизнеса. А кроме сроков окупаемости проекта, предприниматель должен знать и предполагаемую дату смерти своего бизнеса, если хочет обезопасить себя от неприятного сюрприза в будущем. Специалиста по продвижению с необычным видением в Мурманск пригласили в рамках программы «Ты предприниматель» для того, чтобы молодые бизнесмены могли учиться у лучших. Мы планируем еще 2 семинара в этом формате. Соответственно, один из будущих спикеров тоже с семинаров «Форум Таврида». Вот, пока это будет в интриге, но мы проводим каждые выходные данные семинары с приезжими экспертами. Речь идет о спросе, как о глубинной потребности человека что-либо иметь, то, что ему нужно. Если говорить совсем о глубинных потребностях, то этих потребностей их очень немного. В свои 33 года Виктория Вирта – одна из ведущих топ-менеджеров. Она создала журнал телепроекта «Дом-2», который окупился за 2 месяца. Тем самым Виктория поставила своеобразный рекорд среди СМИ. Достигнув пика карьеры в таких компаниях, как «Рутюб», «Иви.ру» и «МТТ» как специалист, она покинула престижную должность с зарплатой 500 тысяч рублей и основала собственную компанию имени себя по упаковке IT-проектов. Сейчас Виктория – совладелец студии «Фанэкшн», которая в перспективе станет группой компаний. В этом целеустремленная бизнес-вумен не сомневается. Мой первый клиент по коучингу – это человек, который очень хотел изменить сферу деятельности и стать из айтишника фотографом. И у нас то получилось. То есть мы полностью изменили его позиционирование, его сферу деятельности. Часто это знаменитый фотограф. Самый приятный отзыв, когда люди действительно меняют свою жизнь. Когда мне люди пишут не сразу после тренингов и говорят, как им здорово понравилось слушать мои тренинги или мастер-классы, а когда через какое-то время они пишут о том, что у них реально что-то получилось. Вот это, мне кажется, самое ценное. При том, что Виктория о продвижении брендов знает все, у ее собственного кота в социальных сетях гораздо больше подписчиков, чем у самой хозяйки. Раскрутка домашнего питомца – это тоже своего рода проект. Виктория даже выпускает сувенирную продукцию с изображением своего любимца. Кот, по ее словам, уже давно самостоятельно зарабатывает себе на корм. Правда, давать собственные мастер-классы Ники пока не умеет. Есть такая некая проблема, да, с котами. Их нельзя сильно перевозить с места на место, в отличие от собак. Поэтому приходится делать из кота цифровой продукт. Так что я думаю, что мы просто сделаем игрушки или какие-нибудь образы и будем, да, возить. Я буду с собой возить вот эти вот предметы. Участник проекта «Ты предприниматель» Артем Чернышов планирует организовать производство ерша. Его бизнес-проект далек от компьютерных или диджитал-технологий, но знания, полученные на мастер-классах, полезны и для него. А схема одна и та же, понимаете? То есть открытие, ведение там, проекта и организация его. Как бренд, ну мне вообще интересно все, очень много интересно. Не значит, что если все, я ерш, короче, буду делать, это не значит, что у меня другого ничего нет. То есть мне очень это интересно, то есть время идет, опять же, я развиваюсь. Ищу также идеи, то есть постоянно мы коммуницируем, ищем идеи, это нормально. Побывать на мастер-классах ведущих экспертов могут не только участники программы. Занятия проходят в открытой форме и по выходным.